10 декабря Ямал отметил 93-й день рождения. В честь годовщины образования автономного округа в Муравленко чествовали лучших работников предприятий и учреждений. Высоких наград удостоены 46 человек. В зале торжеств – профессионалы своего дела. Медицинские работники, нефтяники, предприниматели, педагоги. Своим ежедневным трудом они вносят неоценимый вклад в развитие города и арктического региона. Каждый из вас делает все для того, чтобы жизнь в нашем прекрасном городе Муравленко становилась все лучше, чтобы жители чувствовали себя комфортно. Конечно, Ямал уникален по своей сути, по своей природе, климату, прекрасным богатствам недр. Но самое главное богатство Ямала – это люди, это каждый из вас. Александра Алехина преподает иностранные языки в 4-й школе вот уже 9 лет. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм ей объявлена благодарность Департамента образования Ямала. Всегда испытываешь трепет, радость и гордость не только за себя, конечно же, за каждого горожанина нашего, за наш город. Я вообще коренная северянка, и после окончания университета, спустя работы 4 года, на протяжении 4 лет в Белгородской области, решила вернуться домой, на север, Муравленко. Очень рада и ни разу не пожалела никогда об этом своем решении. Константин Белослуцев трудится в нефтегазовой отрасли 16 лет. За эти годы прошел путь от слесаря до руководителя направления по подготовке и сдаче нефти «Газпромнефть» Ноябрскнефтегаза. Награжден почетной грамотой администрации города. Я очень рад. Это приятно, когда тебя видят и когда твой труд оценивают. Приехал я сюда по распределению после нефтегазового университета, который закончил в городе Тюмени. И, в принципе, очень доволен. У меня здесь сейчас растет семья, то есть трое детей у меня уже здесь родилось за все это время. За активное сотрудничество с Тюменской областной думой почетным нагрудным знаком награждена депутат Муравленковской городской думы Наталья Трегубова. Конечно, когда получаешь награду такого уровня, понимаешь, что тебя ценят. Я в округе уже проживаю 26 лет, и за это время, конечно же, это стало, ну, моим, наверное, самым родным местом, местом рождения моих детей. И для меня этот округ – это особо теплое место, куда мне хочется всегда возвращаться. Каждая награда – оценка профессиональных достижений и многолетнего труда. Аплодисменты не стихают. Жителям города вручают почетные грамоты, благодарственные письма профильных министерств правительства России, губернатора Ямала, департаментов округа, администрации города и законодательного собрания. Всего в честь годовщины образования Ямала высоких наград удостоены 46 человек. Вы видите, как развивается наш Ямал, какой получает виток развития. И в каждом достижении, которое уже сделано и которое еще впереди, несомненно, ваша заслуга. Ямал – территория трудолюбивых и самоотверженных людей. В суровых климатических условиях они построили города и села, создали комфортную территорию для жизни. И сегодня они продолжают развивать арктический регион, сохраняя при этом богатую историю Северного края. Алена Гафарова, Антон Иванов. Новости Муравленко.